Анонс и точка до выхода третьего сезона сериала «Исправление и наказание». Алена Неверова работает заместителем начальника тюрьмы. В первом сезоне у нее умер отец, а его многочисленные родственники попали в тюрьму, чтобы выведать у Алины, куда делось наследство. А женщина не сдавалась, а пыталась перевоспитать всю компанию. Только методы она для этого выбрала не самые лучшие, поэтому родственники с ней церемониться не стали. Продолжение комедийного сериала «Исправление наказания» официально не анонсировано. А поклонники не расстроены, ведь они уверены в продолжении быть. И все потому, что оба сезона показали прекрасные рейтинги, легкая игра актеров, прекрасная режиссерская работа, забавные истории, понятные зрителю. Все это вылилось в прекрасный проект, который продюсеры закрывать пока не намерены. В настоящее время известно, что съемки новых серий не назначены на 2024 год, а значит, работа над третьим сезоном выпадет на 2025 год. Премьеру новых серий «Исправление и наказание» ожидаем в начале 2026 года и следим за официальными новостями. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.